этой муниципальной секции совмещаются сразу два вида хореографии – эстрада и черлидинг. В новом выпуске программы «На спорте» – спортивные танцы в муниципальной школе «Старт». Танцевальный спорт – замечательное направление, прекрасное. И прекрасно оно тем, что оно совмещает в себе и спорт, и искусство. На занятиях мы выполняем танцевальные движения с элементами, простыми элементами акробатики, с элементами черлидинга. Вообще танцевальный спорт – это и элементы гимнастики, и обязательно элементы классического танца. Комплекс хореографических элементов не только развивает чувство ритма и пластичность. Это регулярная физическая активность только с пользой для здоровья. Мы уделяем большое внимание развитию силы, гибкости, на развитие прыгучести. Так как мы занимаемся под музыку, у детей еще развивается и чувство ритма, и музыкальный слух. Также выполняем упражнения на развитие внимания, памяти. Тоже очень важный момент развития памяти и внимания, потому что детям нужно запомнить танцевальные движения. Им нужно не только запомнить, но все это воспроизвести потом. Расскажите про вашу методику воспитания, про вашу методику тренировок. Самое главное, наверное, это найти подход к детям. Любить детей. Я очень люблю свою работу. Я очень люблю работать с детьми. Дети это чувствуют, и они также стараются на занятии. Если ты к ним относишься по-доброму, если ты их любишь, и они пытаются показать лучше. Для них это такая дополнительная мотивация. В муниципальной школе «Старт» занимаются практически 200 юных спортсменов. И вот почему они выбрали спортивные танцы. Мне нравятся они, потому что тут можно найти друзей и держать себя всегда в форме. Я занимаюсь вообще очень долго, и мне они очень нравятся просто. И тренер комфортный, и вообще все прекрасно. Я очень люблю спорт, и поэтому и осталась тут. Тут можно стать гибкой и найти очень-очень много друзей. Заняться спортивными танцами в муниципальной школе «Старт» могут мальчики и девочки с 7 до 18 лет. А в конце августа пройдет День открытых дверей, где вы узнаете все подробности. А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!